Стрельба возле аэропорта Донецка продолжается уже несколько часов. Бой, интенсивность боя постепенно увеличивается. Кто откуда стреляет и где находится, чьи позиции, пока совершенно не ясно. Я тогда буду сбиваться, дальше говорить, ты пиши, ладно? Пишем? Мы находимся на дороге, ведущей в аэропорт. Вчера на этом месте, и как и в самом аэропорту, шли бои. Сейчас здесь достаточно тихо, однако со стороны аэропорта периодически продолжают раздаваться взрывы.